500 рублей. Привет. Дай мне номер. 500 рублей. 500 рублей номер телефона. Я могу только карту скинуть. Уже скидываю. Сейчас деньги вообще нужны реально. Хотя бы 100 рублей, хотя бы 50 рублей. А номер Элли почем? Не продается. Не продается. Это что? Ты что? Это гон какой-то? Нет, 500 рублей. Номер 500. Нет. Ребята, скидываем 100 рублей, кто не лох. Нет, я не в Москве. Очень жаль. Мне до Москвы 10 часов. Если на поезде... На самолете. На самолете 7 часов. А до Хабаровска... 6. 6. 6 плюс 7, 13. 13 часов мне до Москвы. Ты из какого города? Я с Комсомольска на Амуре, с Дальнего Востока. Джокер. Мы Джокеру скидывали карту. Что-то нету перевода. Ребята, по 100 рублей скидываемся, чтобы у меня было такое же хорошее настроение, как сейчас. А то оно у меня пропадет. Я же говорил, не говори все подряд, с какого... Я, если скину... Я скину номер телефона, а там уже дальше договоримся. Нет, ну когда донаты на карту, то мне вообще очень весело. Врешь? Нет, мы можем общаться с тобой в Телеграме, но номер 500 рублей стоит. Номер телефона 500 рублей стоит, Денис. Денис, хотел сказать. Дима. ТГ хочу. Так, на этом номере Телеграм есть и WhatsApp. 500 рублей только. Какой Дима? Да там Дима писал. Я вернулся к себе. Я очень рада. А я еще пьянее, чем была. Я только заметила, что он Диор. Дима Диор. Дима Диор. И палец не выгибается полностью. У него вот такой согнутый из-за пореза. А что в ТГ можно? Общаться, созваниваться. Все можно. Главное 500 рублей скинуть. Они мне очень сейчас важны. Ты сначала мне в Телеграм напиши, я такое не обсуждаю в эфире. Что хочешь? Уже подписали. Как его заблокать? Его? Нет. Вот этого. Уволен нахуй. Уволен. Ребята, 100 рублей на карту скидываем. Донаты на карту. Сколько лет? 19. У меня глаз уже закрывается. В смысле, не могу. Врешь, 17. Какие 17? Не 17, точно. Только не говори, что моя фамилия понравилась. Диор. Нам двоим понравилась твоя фамилия. Ну, другая, так другая. Иди другой предлагай. Да, иди другой предлагай.
паспорт покажи. Ага, еще бы я в эфире паспорт показывала. М-м. Дальше. Где-то это будет. Да пошел нахуй, блядь. Да не варик вообще. Пошел нахуй. Сына. Стой, подожди, подожди. Это Эля выгоняет уже. Чуки дубоебы, блядь. Пахал на... Что, блядь? Круто тебе. Молодец. Ничего страшного. Ребята, 100 рублей на карту. У меня будет хорошее настроение. А из-за чего я его заблокала? Что написала? А все, от него сообщения удалились. Ну, ну ладно, пока. Ребята, если кому-то не понравится сообщение Эли, то она блокирует всех. Ты пиздам. Если ты пиздобол, мы тебя блокаем. Да. 5000 скидывай. Алиса, дальше. Дальше. Точно. Оставались мы одни. Подпишись на меня, Д. Подпишись, я тебе скину карту. Где защитник? Защитник на эфире. Мне кажется, мне больше не надо пить. Я чувствую, что уже все хватит мне. Эля немного на Нику похожа. Чем? Вообще нет. М-м. Прям нет. У меня теперь другой. Мне не нужен боль. Не сравнивайся меня с Никой, пожалуйста, я не шлюха. Нет, она на самом деле очень вообще не похожа на... Очень не похожа на Нику. Все, Эля, мне хватит. Какой хватит у нас еще пол бутылки? Я тебе говорю, мне пизда. Я умень. Эля, я буду такая же, как ты в дрейпе. Это 5000? Это 100 рублей. Это 5000, типа? Откуда у меня 800? Это чувак написал, что он скинет 5000, он скинет 100 рублей. Подожди. Если у меня было на карте 200... Кинул тебе я. Дима Диор. 100 рублей. Но у меня на карте сейчас 800, хотя было 200. Что-то мы проебали. Что-то мы проебали, какой-то донат, походу. Стоп. Так, говорю, за сегодня мне 500 рублей скинули. Я потом перевела Эле деньги. Вот. У меня оставалось 200. И сейчас у меня 800. Кто мне 500 рублей еще скинул? Красавица тебя. 500 рублей номер телефона. Я... Чек, скиньте мне чек. Даже... Скиньте мне чек, кто мне скинул 500 рублей. 500 я скидывал еще 100. Так смотри, ты мне 500 скидывал. Я потом закончила эфир, по-моему. Я перевела. А, нет. 500 другой скинул. Так ты что, с Эли недавно познакомилась, да? Как у меня на карте 800 оказалось. У меня же было 200. Дальше. Ну, так, скорее всего, он 500 скинул. А, да, он же первый раз на эфире мне 500 скинул. Угу. Дальше. У меня было 200, 700. Ага, еще 100 рублей ты еще скинул. Да, все. Алиса. Все, я поняла. Громкость 5. Спасибо тебе. Спасибо.
Я еще сказала, что хватит нам на текилу. Сколько? Что ты пиздишь?